Детектив Кастелланос? Детектив Кастелланос. Это чьи-то воспоминания? Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус, и мы продолжаем проходить «Зло внутри». Так. Вы стонали во сне? Вам приснился кошмар? Да, таких кошмаров-то не только будешь стонать. Отпустите меня! Так. Зеркало не разбито. Что здесь? Посмотреть можно, что ли? Пожалуйста, не пугайте остальных. Ну хорошо. Так, раз зеркало не разбито, значит, здесь что-то... У вас скверный вид. Значит, что-то здесь будет. Так, свежей прессы нету. Воспоминания действительно хрупкая вещь. Воспоминания легко можно исказить. Вот почему к ним нужно относиться очень бережно. Жесть какая-то. Но свежая пресса. Дети пострадали при пожаре. Где были родители? 17-летняя девушка сильно обгорела. Брат и сестра, игравшие в амбаре в поместье семьи Викториана, стали жертвами пожара. Девушка впала в кому. Причина пожара неизвестна. У вас такой вид, словно вы увидели призрака. Ой, да кого я только не видел уже. Так, давайте посмотрим, у нас есть, у нас, по-моему, есть ключики. Да, целых две штуки. Так, подберем гарпун. Нужно патрончики взять. Еще такой гарпун. Для снайперки. Че, давайте откроем этот. Еще для снайперки. Тут что? О, для ружья. Отлично. Ну что, прокачиваться пока не буду, наверное. А, пока поэкономим. Так, стекло по-прежнему не разбито.
Жесть. Пятьсот геля. Все, да? Фрагмент карты. У нас уже 15 штук. Отлично. Так, гарпун у нас полный. Еще 500. Показалась статуя. Ну что, давайте двигаться дальше. Этот дом я где-то видел. Я никогда здесь не был, но... Звук. Так, давайте прежде чем зайдем в поместье, осмотрим здесь. Осмотримся, что полезного есть. Да что ты, я всю кнопку путаю. По крайней мере, геля мы наберем, я думаю, здесь. Чтобы прокачаться. Патрончики. На 300. Так, здесь все пусто, что-то как-то маловато дают нам всего. Здесь мы еще не смотрели, да? Угу, бочки. Соточка. Соточка тоже неплохо. Что, в принципе, наверное, все, да? Идем тогда. О, баночку вижу. 500. С этой стороны нет. Что, заходим в поместье?
Эй, стой, твою мать. И что теперь? Вот, собственно, 9-й эпизод, начало. Жестокие игры. Прям название прям такое. Ух. Значит, что-то будет. Так. Какие-то трубы. Баночка. Записка из столовой особняка. Наконец-то я нашел этот путь. Портал в новый мир. Все сведения с самого начала были у меня под носом. Я поражен, я в ярости от того, что не разобрался во всем раньше. Особый процесс, который может сломать человеческую психику и дать мне свободу действия, так очевиден. И теперь, когда я все вижу, теперь, когда моя задача ясна, мне кажется, что у меня нет выбора. Я могу добыть все, что я искал, все, что утратил. Но для этого нужны ресурсы. Хименес. Наконец-то. Этот кретин начнет отрабатывать свое жалование. Так, Хименес. Что-то про доктора. Про нашего доктора. Спрятаться. Ничего, нет. Нет ничего. Баночка. А, бутылка. Обедает. Воу. И что? Ух ты! Рувик, Рувик! Пугал, если честно. Так, давайте-ка вернемся. О-о-о, разогнался. А, поджечь я не могу, что ли? О, у вас тут много? Ребята. Ну-ка, давай-ка. Борик, отлично. Патрончики. Только бочек и всего одна банка на 100 очков.
Ух ты, какая-то. Тысяча. Что это тут у нас? Давайте-ка посмотрим. Фу. Подопытный номер 58, тест 92А. Электроды размещены в зоне боли М33. Эффект отсутствует. Больший эффект ожидается при стимуляции зоны согласия F7 в неокортексе. Фиксация отпечатков личности произошла не полностью. Остались черты исходной личности. Так, F7, да? Находится она вот здесь. Так. Где-то здесь, что ли? Супер. Что это я запустил? Это, как ты это назвал, святая святых. Собственно, лаборатория. Я потрясен. Зачем ты вернулся? Я не давал тебе разрешения. Да ладно, мы же оба ученые. Жизнь ученого — это вечный поиск стремления к новым знаниям. Ты можешь показать мне свои эксперименты. Я тоже могу продемонстрировать кое-что. Они тебе не понравятся. Покажутся отвратительными. Ученым приходится делать множество вещей, которые непрофессионал сочтет отвратительным. Я и сам совершал поступки, которые другие назвали бы мерзкими. Ты думаешь, я монстр? Ты слишком озабочен своим обликом. Но твой разум — вот единственная значимая ценность. Это Марселло? А с ним кто? Рувик? Да. Так, что же мы запустили-то? Пропустили. Гель. Воу-воу. Держи. Похоже, это... та же самая красная жидкость. Так, значит, получается, еще три штуки надо. Давайте искать спички. Спичек у нас уже давно, кстати, не было. Аптечка, отлично. Так. Для снайперской у нас перезарядить ее не надо. Давайте-ка посмотрим. О-о-о! Блин.
Рувик, Рувик, Рувик. Нет. Черт, 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 черт. Биться с ним бесполезно, я так думаю. Блин. Ну, поджигать я ее не буду. Она уже не встанет. Так, что за смех? Ой-ё! Козлы спрятали. Двигаемся дальше. Так, гранаты. Кстати, гранатами мы так и не пользовались, вроде как, ни разу. Записка из музыкальной комната особняка. Два мира, разделенные пропастью. Наверху безликие зрители, смеющиеся над трагедией. Внизу беспомощные жертвы, теряющие все. Так, пока не ясно. Давайте-ка. Так, ладно, что у нас? Теперь наверх. Внизу, пока мы все закончили. Так, заперто. Побьем немножко имущество. Так, тут что? Нижний циферблат сейфа. Старый циферблат сейфа с числами от 0 до 9. Там было написано. Снизу. Что там? Жертвы, да? Сверху зрители. Нижний циферблат получается. Тут, я так понимаю, это комбинация будет. Две жертвы. Два, надо будет запомнить. Что за нафиг?
Вот он, Рувик. Что здесь все? Да блин. Ну, иди сюда. Черт. Ух ты, опять Рувик. Ай-яй-яй. Давай, давай, давай. Рувик, нет, нет. Валим, валим, валим. Все, он исчез. А, было жесть, короче. Гори. Я реально поднасрал сейчас. Птичка, ё-моё. Пропустить. Как я мог пропустить, а? Криоболт, отлично. Сейчас попробую вам обезвредить. Ё-моё! Что, пробуем еще раз? Так, обезвредить ее. Есть. Так. Поднимемся наверх. Верхний циферблат сейфа. Старый циферблат сейфа от числа, с числами от, 9, от 0 до 24. Так. Здесь у нас зрители, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 и 2. Все, походу здесь ничего нету у нас больше. Ну что, давай спускайся. И патроны нам не лезут. Давайте подожгем на всякий случай. Мало ли что. Топорик. Отлично. Так, кто ходит тут? Скрипит кто-то половицей.
Записка из комнаты Рувика. Я снова видел ее там, в конце коридора. Как всегда, прекрасные черные волосы, посеребренные лунным светом, глаза черные озера на фарфоровом лице. Она была в своем любимом платье цвета алого заката, словно пятно крови в тусклом свете. Лаура, ну конечно, ты не умерла. Лаура. Лауру мы уже зафигачили. Сожгли. Ох, какая баночка. Рычит. Ух ты, что ты здесь взялся? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дверь еще не вовремя закрылась. О, как меня бесят эти мины. Как я их терпеть не могу-то, а? Звуки аж мурашки по коже. Еще один фрагмент. Да кому там все смешно-то? О! Черт! Воу-воу-воу-воу! Это было жестко. Еще мои патроны истратились. Там чьи-то ноги лежат. О! Ключик. Пусто. И тут пусто. Аптечка. Что-то активно так аптечки стали раздавать, а? Снова? Подопытный номер 12, ТС-71Б. Электроды размещены в зоне А2. Стимуляции миндалевидной железы, центра эмоций и памяти, а также страха. Подобное чувствует то же, что и я, но он не выдержит обычную для меня нагрузку на психику. Так. Боже, он шевелится. Жесть. Так, страх, да? А2. Это где-то вот здесь, что ли? Да ну, не попал?
Да, что ты? Или вот здесь? О. Отлично, запустили еще жидкость. Так, еще одна, да, у нас осталась, чтобы открыть дверь. О, отец. Если бы только ты знал, как я был рад увидеть это выражение на твоем лице. Неужели ты правда думал, что я исчезну, если спрятать меня подальше? С глаз долой, из сердца вон? Да, ты так и думал. Ну, а я о тебе ни на секунду не забывал. Надеюсь, ты собой гордишься. Ты больной ублюдок. Убил родителей своих. Рувик, Рувик. Так, что в этой у нас комнате имеется? Давай-ка тебя... Оп! Прям так подозрительно лежал. Стимуляция кортикальных областей волнами максимальной частоты оказались совершенно неэффективны. Подопытные кричат не переставая, однако умирают слишком быстро. Индивидуальный подбор дает приемлемые результаты, но на каких именно долях сосредоточить усилия? Страх, надежда, согласие, доверие, зависть. Три из них основные, но что является ключевым фактором? Что является ключевым. Воу. Блин, я-то думал. Так, давай-ка ружье. Мари. Я-то думал, мины взорвет его. Он даже не шелохнулся. О, отлично. Мы вышли через закрытую дверь. Ну что, еще одна, да, осталась нам? Так, давайте-ка сходим сюда. Вырезка из газеты Crimson Post. В Crimson City при пожаре погибли ребенок и няня 11 февраля 2012 года. Несмотря на все усилия пожарных, маленькая девочка и ее няня погибли в огне и дыму. Эта трагедия произошла в частном доме в Парк Риджи, одном из районов Crimson City. Пожарные прибыли быстро и действовали решительно, однако огонь распространялся еще быстрее. Погибшие Лили Кастелланес, 5 лет, и ее няня Хуанита Флорес, 56 лет, родители Лили, детектива городского департамента полиции, бросились к месту пожара, но не успели спасти из огня свою дочь. Пожар удалось потушить лишь через несколько часов, и дом сгорел дотла. Причина сгорания неизвестна, однако по предварительным данным она связана с неисправной проводкой. Далее на странице 8 пожар.
какие страсти-то мы открываем? Нашего Себа ребенок погиб. I knew it. Я знал. Что за... Вы не хотите воспользоваться зеленым гелем? Да, я как раз сюда и пришел за этим. Свежая пресса. Рядом с поместьем найдены трупы. Идентификация займет несколько недель. 4 изуродованных трупа найдены рядом с поместьем Викториана. На телах обнаружены следы грубых хирургических операций. Это все Рубик. Рубен. Пропал Рубен Викториана. Сын богатой семьи Викториана не видели с тех пор, как в поместье произошел пожар. Почему Рубен? Я думал, его Рубик зовут. Так, у нас есть ключик, да? Давайте откроем это. Ох, 7000. Так, что у нас можно прокачать? Здоровье 25 тысяч, слишком дорого. 9. В принципе, это все у нас нормально. Лечение шприцами тоже нормально. Давайте-ка 20 целых. Скорострельность. Время перезарядки. Емкость магазина. Нужна точность. Вот, так, что у нас скорострельность важна, да? Критические попадания. Кость магазина. Ладно, давайте ружье посмотрим. Скорострельность, время перезарядки, емкость магазина, критические попадания. 4, да? Давайте критические попадания. И. Нужно скорострельность еще. Без редки, ладно. Так, скорострельность. Снайперка, в принципе, нас и так мочит нормально. Тикаем туда. С запасами что? Так, гранаты, болты. Для ружья. Для пистолета можно еще. Болт вспышка. Так, ну что еще можно? Урон от рукопашной, давайте. Нормально. Ну и что, мы не переместились, что ли? Комбинацию не забыли? 11.2, да? Давайте-ка попробуем. Так, верхний у нас 11, да? 11.2.
Оу. Фу, ну и картина. А вот и третья. Подопытный номер 14, С-88С, подготовка лимбической системы, попытка третья. Размещение электрода зона С4, стимуляция передней поясной коры, центра надежды. Воздействие на зону надежды улучшает контроль над волей пациента, но одного контроля недостаточно. Так. И... С4. Так, где-то здесь, что ли? Конечно, это противно сделано так. В этом году больница не получила обычное пожертвование от семьи. А что, сотрудники сделали нечто заслуживающее пожертвования? Семья Викториана всегда щедро выделяла нам средства. Где твои родители? Они ушли. И когда вернутся? Доктор, ты хотел что-то обсудить? Я пришел сообщить, что больница больше не сможет поставлять тебе материалы. Ты не сможешь продолжать эксперименты. Как ты смеешь угрожать мне в моем собственном доме? Рувик, конечно, сошел с ума конкретно. Наконец-то, чтоб тебе. Ну что, давайте пойдем в эти двери. Оба. Рувик. Да. Срезаем полностью. И что? От того, что я собираюсь с тобой сделать, ничто не поможет. Сбрось с себя кожу. Удали из сознания мысли. Чего ты боишься, малыш? Снимаем, но не рвем. Обнажим все. Рувик? Бедная хрюшка. Так. Ничего, да, здесь? Что, нас ждет там Рувик? Давай, покажи, что ты мне хочешь показать-то. Thank you.
Ого. Во-во-во. Ничего себе. Опа. Я понимаю, бежать надо, да? Что за... О! Шесть, шесть. Так, потихоньку. Так. Не дергаемся, не дергаемся. Вот это психоделик. Так. Воу. Блин. Да ё-моё. Беги. Конечно, жесть, блин. Да разбей. Бегом, бегом. Да чтоб тебя. О-о-о. Давай, давай, давай. Чуметь, а? Рувик, ты реально больной. Фу, друзья. Это было очень и очень жестко. Почему я здесь оказался? Ну да, вот это поворот. Так, патрончики. Еще здесь есть болт, электрический болт. Патрончики. Так, для снайперской у нас полная. Лаура, ты где?
Я знаю, что ты здесь. Я слышу, как ты дышишь. Богатые сволочи. Думают, что всю нашу землю могут купить. Нужно им показать, кто хозяин в этих краях. Эй, кажется, там дети. Я ничего не слышал. Что за... Кто-нибудь, откройте дверь. Рубен! Рубен! Давай лезь. Черт, нужно уходить отсюда. Вот что случилось. И вот почему Лаура боится огня. Так, надо выбираться отсюда, да. Правильно сказал. Только... Все, нет. До конца что? Ну, нас просто так нас не отпустят. Это было уже ясно с самого начала. Так, что с тобой делать? Воу-воу-воу! Отвали! Так, еще патрон. Да чтоб тебе не тряси ты! А, промазал. Ладно. Чтоб тебя он их возрождает. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай еще раз. Бежать. Блин. О, так, 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 так. Отвалили, отвалили. Держи. Держи. Так, он ко мне приближается, не надо. Ох ты, как ты резко ко мне подошел-то. Ружье. Держи.
Это ты с нами сделал. Блин, столько ништяков там. Беатрис, прошу тебя, поешь. Тебе надо тебе понадобятся силы. Мои дети. Я хочу. Беатрис, мы уже об этом говорили. Я иногда слышу его голос в подвале. Как будто он совсем рядом. Там нет никого. Ну как еще тебе это объяснить? Тогда почему дверь заперта? Почему я не могу туда поспуститься? Итак, 9-й эпизод пройден, дорогие друзья. Я всех благодарю за просмотр. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Я со всеми прощаюсь, до новых встреч. Всем пока.